перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мы сейчас будем жрать. Короче. Здорово, ебать. Мы сейчас будем играть в FIFA. О, да. И кто из нас проебет в разнице от забитых, от пропущенных голов, мы будем жрать мандарины Ливана. Вот мандарины, которые оставил L1. L1, да. L1, вот. Да. Короче, если, ну, суть такова, если Андрей проебывает мне там, допустим, со счетом 5-0, то он будет, должен будет сожрать 5 мандаринов подряд, вот просто сразу. Сука. Ну, типа, пихать их, короче, в рот. Короче, по целому мандарину. Есть очень важное уточнение, если этот, блядь, самоуверенный тип проебет мне также, например, 5-0, ну, это, конечно, блядь, во сне, но, тем не менее, хотя бы если 2-0 он мне проебет, то он будет жрать эти мандарины, прям сразу там запихивать в рот вот по максимуму. На отжимание он, короче, не хотел играть, поэтому нет, вот решили порубиться на то, чтобы обжираться мандаринами, короче. Ну, это, короче, если этот пидорас проебет... Это какой-то, на самом деле, новогодний челлендж. Да. Не знаю, нахуя мандарина, блядь, ну, было бы что-нибудь другое. Короче, через 8 минут мы зайдем еще раз в прямой эфир. И вот я вам рассказал. Подожди, стой! Че? А если ты не будешь просто вырубать прямой эфир, похуй, поставишь куда-нибудь, чтобы, ну, увидели хотя бы процесс, я не знаю. Ну, давай попробуем, похуй. Я думал, ты так хотел сказать. Так, а там есть розетка где-нибудь еще? Да, вот здесь можно вырубить чайник. За этим действием. Посмотреть, да, за этим действием. Вот. Я не знаю, будет ли что-то видно. Да. Все, четенько. Видно? Заебись. Е-бой. Погнали. Ну, сколько там народу будет тут лицезреть? Пока что 394 человека, 397. Это будет... 300, блядь, а ебать мое тупое зрение, 368. Это будет быстро, короче. Да, вот мандарины, соответственно. Пидарас, ты сейчас тут. Нихуя. А ладно, я оставлю. Погнали, ебать! Стой. Что? Я правильно попросил. Закрой. Да, параметры. Все четко. Бам! Тайм по 4 минуты. Легендарный вратарь у каждого. Вот. Тимофей, расскажи про свою футбольную команду. Все играют плохо. Особенно, типа, нападающие, защитники, только вратарь хорошо играет. Это было по-другому. Как? Тимофей, расскажи про свою футбольную команду. Ну, команда играет плохо, а вратарь отлично. А ты кто? Я вратарь. Вратарь. Сука. Они все так говорят. Слышишь, кто? Типа, да, я вратарь. Я вратарь. Короче, уточнение, я играю за белых. Короче, он... Да. Он играет за никаких. Я совок. Ты никакущий. Да, пошел. Ну, если ты нахуй толкаешься так. Осадин к делу, ебать. Просто сейчас банк тебе сразу... в смысле нахуй ты? Ты чё, блядь, так не хочешь жрать мандарины? Я люблю мандарины, сука. Но я хочу жрать мандарины, сука. Сука, набивал рот мандарины. Ты обожрёшься мандаринов, козёл. Тебе пиза. Отдай, сука, бля. Ты уже чувствуешь? Я чувствую. Да, бля. Не-не-не-не-не, это слишком жестко будет. Мы ведем прямой эфир, короче, вон у нас там камера стоит. Играем на то, что если Андрей пропустит 5 голов, то он жрет 5 мандаринов, короче. Целиком. Прям целиком, ну, бля, давай хотя бы без кожуры, если уж на то пошло. Не, иди нахуй.
Сейчас все будет, сейчас все будет. Сука! Не-не-не, не хочу, не хочу. Ебать, ты крепишься, пиздец. Я креплюсь просто как, блядь, буйвол. Короче, небольшое уточнение. Серега, ну, ништяк играет в FIFA, а я нет. Поэтому он выбрал слабого игрока, чтобы постебаться. Вот. Но я буду крепиться и как до последнего бодаться буду. Иди, иди, мало-мало, убивать я сейчас буду. Ебать, сука. Да нихуя. Ах ты, сука. Ну-ка, не стягаем, не стягаем, ебать, не стягаем. Не-не-не-не. Это мой пять мяч. Кто, сука? Мне мама его купила, это мой мяч. Андрей, хватит сопротивляться, сука. Да иди, я не хочу проебывать в прямом эфире. А, сука. Я, бля, сейчас, короче, когда я почувствую, что все хуево, я буду ломать твоих игроков просто. Не-н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 е. Хорошо, 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 хорошо. Сука. Хорошо. Отскок ебаный. Крепанулись, крепанулись. Крепанешься. Так, всех в атаку нахуй бросаем, нужно забивать, сука. Мы идем. Хорошо. Хорошо. Нихуя. Бля, пошел нахуй. Сука, отскок ебаный. Ты понял, кто ты? Ты просто, сука, чайка волгоска, сука, отдай сюда, отдай сюда. Да иди нахуй, ебать. Сука. Привез. Давай, плати. Сейчас ты пыхнешь, сейчас ты пыхнешь. Нихуя, я буду бодаться сейчас просто как буйвол. Да, блядь. Нет меня. Отвали, сука. Бля, слушай, а если этот, вот мы, допустим, играем игру за 4 минуты, то это мало, блядь, ну, голов. Ну, учитывая то, что сейчас ноль. Может, да. Мы будем считать по за два матча? Какие сколько можно сажать? Да ладно, что ты сливаешься? А что я сливаюсь-то, блядь? Один матч вполне хватает. Ты меня 4-0 делал, помню. И 3-1 я тебя делал. О, здравствуйте! 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 Пенка! Короче, сейчас я затащу пенку, все будет норм, и он будет тарать. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Первый мандарин поехал. Ах. Первый мандарин поехал. Ну, нихуя я могу сейчас забить, и у нас будет разница мячей ноль. Сейчас ты пыхнешь. Сейчас ты пыхнешь. Нихуя не пыхнул, я нихуя не пыхнул, отвали. А прикинь играть, короче, чтобы жрать бычий хуй, как в этом. Как, помнишь, передача была «Давай наспор» этот? Да, не, они там всякую хуйню, нет, это типа, я бы такое дерьмо вообще не стал есть. Они там, блядь, есть такая передача сейчас, чуваки, короче, там, блядь, ноги друг другу лижут, там всякая хуйня. Это просто твои... Ну, типа... Это твои поисковые запросы в Google? Нет, ну, типа... Бля, куда я дал? Какой я олень? Иди нахуй! Сука! Ты чё такое отскок? Да потому что я не хочу засовывать 5 мандаринов в рот. Это жёсткий мандарин. Один. Слушай, ну это чё, ебать, а? Это будет, прикинь, неинтересно, если ты, короче, сейчас 1-0 всего лишь будешь жрать один мандарин. Ну один, да. Не будет зрелищности, поэтому... Народ хочет хлеба и зрелищ, точнее мандарина. Зрелище. Ладно, хотя бы. Да не, не гони, я не хочу проебывать. Желтая, блядь, тебе. Ну это желтое стекло. Пацан. Короче, мы решим. Ебать там вопросов, наверное. Мы сейчас, короче, это закончим всю эту делюгу. И я потом выйду в прямой эфир, и мы посмотрим, чем закончилось. Ебучий случай. Я сейчас, короче, будет все течь нахуй. Да, вот так вот будешь, сука, с фифушниками. Знать, будешь знать, нахуй, как играть с фифушниками. Понял, сука, давай. Если у кого-то есть супрастин, сразу будете вести. Жри еще. А что ты в смысле засовывай? Еще. Жри еще. Вот так хорошо. Хорошо. Ебать, я люблю цитрусы. Ебать, если у тебя начнется этот, блядь, да, аллергия. Припадок. Ты весь станешь желтый, нахуй. Ну, знаешь, супрастин.
Да нет, пизда тебе. Железуга, блядь. Давай, дальше. Прикинь, а где-то, блядь, дети голодают в Африке. Представляешь, да? А ты ублюдок. Пиздец. Фифушник, блядь, хуев. Давай нахуй, давай, давай. Ну тут пидорас. Как ты себя чувствуешь? Жестко развел. Знаете как? Все, у тебя уже рот свободный, давай дальше. Короче. Этот пидорас меня развел жестко. Мы играем первую игру, я креплюсь. Думаю, что все заебись. Даже выигрываю 2-1. Потом мы играем вторую игру. Я выигрываю. Он выигрывает 3-1. 3-1. И третью игру я выиграл. И третью игру он меня разъебывает, пидорас. 7-1. Ты ломаешь, ты. Ой, блядь. Ты запихиваешь, блядь? Да, да. Хорошо, хорошо, так. Посмотрите на него, белка, блядь. Белка, блядь. Ублюдок, блядь. Что, может, еще сыграем? Скажи, скажи спасибо, что, блядь, тебя не заставили что-нибудь другое есть. Не такое вкусное и сладкое, как мандарины. Я хотел сказать спасибо, что ты не заставил меня извиняться. Было бы жестко, если такой. И по щекам не настучал. Извиняйся, тебя глебзу. Ой, блядь. Бакайкин из команды КВН Икра. Ага, да-да-да, это тот вот, сука, Бакайкин. Попался, блядь, попался сюда. Бакайкин. Хейтер. Мы хейтеров не пиздим, короче, мы заставляем их мандарины жрать. Да-да, я хейтер, блядь. Видите, какие мы добрые. Такие вот мы добрые, короче. Давай засовывай еще, что-то у тебя щека свободна. Да, подожди, блядь. Давай, блин, запихивай. Бля, у меня аж башка закружилась. Башка закружилась. У меня аж моя здоровая башка закружилась. Давай, нахуй, ты проебал. Ты должен ответить за свои деяния. Давай, жри, нахуй. Такой не могу. Зато мы не оставляем людей голодными. Видите, какие мы добрые. Вот. Что там еще? Андрей, там по хуйне осталось. Да. Да, я знаю, подожди. Если я проблююсь? Нет, ты уже не можешь есть, а потом делать что-то. Ты уже не можешь жевать? Давай жуй, блядь. Это тяжело, пиздец. На первый взгляд казалось все так просто. Ну, вроде 7 мандарин. Андрей, ты знаешь, что сейчас Новый год? Это в самом... Да, что ты очень сильно... Дико отмечаешь. Что ты чебурашка, короче. Да не, я в рот ебал такой Новый год. Давай, осталось 2.5. Давай. 10-0 и не 15-0. А могло быть. Могло бы быть и хуже, да. Бля, а сколько осталось мандарина? 3. 3? Да. Ну, это 10-0. Нет, мне не нравится до сих пор. Мне не нравится до сих пор эта хуйня. Ты хочешь отыграться? Домой забрать. Вон, белое отжимание играем. Давай, осталось чуть-чуть совсем. Андрей, ты что-то как-то неинтенсивно. Андрей, осталось совсем чуть-чуть, давай. Это тяжело, ребята. Совсем чуть-чуть до аллергической реакции. Давай, блядь. Ты как будто в школе где-то там как-то. Блядь, если ты сейчас обрыгаешься, это будет вообще пиздец. Я на самом деле на грани. Я так буду угорать. А здесь Олег сидит, да? Да. Самира. Самира, да? Ой, блядь. Ебать, они же увидят этот эфир, да? Это будет не самое жесткое. Жесткий тип, конечно. Ну там будет фифушник, блядь. Олега нет в Инстаграме, если что. Здесь скоро на столе будет смесь KFC и цитруса. А, ты же еще KFC халдер. О, да, бой. Ебать. Ебой. Я не смогу убрать, потому что как только я проблююсь, я вырублюсь прям лицом. Давай, буду весь в блевотине. Давай, Андрей. Хорошо, продолжай, давай. Это еще лучше, вы играли на блевотину. А может это повысит прослушивание альбома? Да. Нам нужен шок-контент, давай. Нам нужен шок-контент. Бать, последний. Шок-контент. Андрей. На всякий случай, смотрю, здесь есть куда-то подливануть. Ты серьезно, что ли? Блять, ты когда-нибудь ел вот так вот? Интенсивный ебаный. Ебаный, 7 мандаринов. Блять, 7 мандаринов. Мне кажется, блять. Они бы легко и по 10 бы сожрали, да? Ребят, это ну, правда? То, что у них разорванные ебальники от твоей музыки, то да. Скорее всего, просто так вот. Слушай, когда выйдет новый альбом, они смогут и по 30 мандаринов съедать.
Устрой потом челлендж. Пишет Даха, мой будущий муж за щекан, ну пиздец. Ебать. Даха, я отъебу тебя в рот. Как обычно. Как обычно. Все, ты справился. Даха, у него очень занято горло. Очень. У меня очень все занято. Ну, ты неплохо справился, на самом деле. Ну что, ты как себя чувствуешь? Я не сказал бы, что чувствую себя превосходно. Я, на самом деле, сейчас в очень уязвимом положении. Сейчас. Что, может, еще поиграем? Реально, на фоне карты чисто школьник. Отыграться не хочешь? Да-да, как... Президент, блядь. Когда пораспорил на географии. Бля. Ну что, Андрей, ты молодец, победил. Победил рвотный рефлекс. Меня попросили там привет передать Григорьевой, Светлане. Вот, если этот молодой человек еще смотрит, передаю привет твоей драгоценной. Короче, ты снимаешь, да? Да. Нас смотрят вообще? Да, давай. Короче, давай. Что я хотел бы сказать. Я долго очень не буду... Нет, все, спасибо, мне ничего не нужно. И ни шоколадки, ничего, пожалуйста. Короче, я долго не буду есть ебаный мандарин, вот это вот дерьмо. С этим пацаном, который ведет сейчас прямой эфир, никогда не играйте в FIFA, он вас, блядь, разведет. Он говорил мне, батя, не играй в бильярд на деньги. Это азарт. Потому что это азарт, блядь. Тут это такая все... же хуйня, этот пидорас, это блядь. Это все азарт. Вот к чему меня тебя привел. Просто развел. На самом деле, я был готов проблеваться, но как бы я припанулся. Но это слишком шок-контент для инсты. Вот. Но если бы было 15 мандаринов, я, кстати, не знаю, как бы ты с этим дерьмом спал. Ребят. Ништяк, привет. Вот. Привет. Бля. Пришел. Тут мы, короче, этот. Мы ебашили, короче, фифуху. Вот. На. Короче, этот. На разорванную глотку Андрея. Да, это. Андрей просто въебался, короче. Он не в себе немного. Теперь, ему пришлось 7 мандаринов жрать, короче, за раз. Он прям запихивал их, короче. Хотя бы вкусные? Да, нет, охуенно. Они вкусные, и пидорасы. Блять, это жестко. У тебя нет такой темы, типа аллергии? Ну, типа, много. Блять, если он сейчас, если бы он пожелтел, это было бы пиздец. Если бы я сейчас пожелтел, это бы... Но у меня, на самом деле, начала кружиться башка, когда это... Через полчаса Редо такой сидит просто весь в мандарине. Просто сидит такой весь в шоколаде, все лицо в шоколаде. Все, ребят, всем мир, всего доброго, ждите альбом.